Представители республиканского штаба партии «Зеленых Байтак» совместно с областными и районными филиалами провели встречи с жителями трех сел Тюлькубасского района Туркестанской области. В селе Тюлькубас они встретились с педагогами школы имени Шевцова, где разъяснили основные положения своей предвыборной программы, а также выслушали вопросы и проблемы местных жителей. Такие же встречи состоялись в районном центре Рыскулов и в селе Кожанберде. Отмечу, эти села расположены в одном из живописных мест региона. Однако на всех встречах представители партии обсуждали с жителями те или иные экологические проблемы, которые касаются не только конкретной области, но и всего Казахстана. Мы, объезжая, видим, что подготовка на должном уровне, активность населения повышенная. Нам дает оптимизм, что впереди очень активная работа произойдет, и она пройдет на должном уровне, потому что созданы условия для всех партий, и также население к этому готово.